десятка несовершеннолетних с начала нынешнего года были задержаны полицейскими на улицах и в общественных местах Йошкар-Олы. А на их родителей составлены административные материалы. Дело в том, что дети и подростки, не достигшие совершеннолетия, не могут находиться на улицах и общественных местах в ночное время без сопровождения законных представителей. Надо понимать, что основная цель регулярных проверок правоохранителями развлекательных заведений, торговых центров, школьных стадионов и общежитий вовсе не наказать ребят, а оградить их от преступных посягательств, а также предупредить совершение преступлений. Так, с начала года с улиц и общественных мест полицейские доставили 30 несовершеннолетних. На их родителей и законных представителей составлены административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ. Полиция напоминает, что по закону Республики Мариэл лицам, не достигших 18 лет, запрещается находиться в общественных местах после 22 часов и до 6 часов утра без сопровождения родителей или законных представителей. Отмечу, что дедушки, бабушки, братья, сестры, дяди и тети законными представителями не являются.